Приветствую вас, друзья. Спасибо, что со мной. И спасибо за поддержку. Посмотрите, есть одно слово. Я считаю, что это самое сильное слово в мире. Потому что оно способствует решению любой проблемы, вот любой задачи. Вот вообще, откуда человек черпает решение? Вот где эти решения находятся? Но мы знаем всегда, что это приходит из нашего разума. Вот разум — это, ну, мощнейший инструмент. Вот можно сказать, что это наше оружие даже. И при этом разум, он связан с так называемым высшим разумом. То есть эта связь, она постоянная. И вот представляете, какая это силища. Но как люди пользуются этим инструментом? Вот когда нужно найти какое-то решение в каких-то экстремальных, может быть, сложных ситуациях, вот не все люди действуют, ну, хладнокровно и правильно. Очень часто наоборот. То есть разуму даются совершенно ненужные команды. Там, ай-яй-яй, за что это, почему так произошло и так далее, вот что делать. И при этом примешиваются, ну, разные эмоции, такие как тревога, там, страх, беспокойство, какая-то раздражительность. Конечно, это не способствует решению никаких задач, никаких проблем. Вот смотрите, проведите такой эксперимент, и вы убедитесь, вот насколько этот инструмент вот этот может действовать эффективно. Вот когда вам нужно что-то решить, ну там, принять решение, там, сделать какой-то шаг, там, или найти какой-то ответ. Вот сделайте так. Закройте глаза, обозначьте проблему, вот эту вашу задачу даже, точнее сказать. И обращаясь вот к вашему разуму, скажите вот одно слово. Действуй. И вот после этого, буквально на несколько мгновений, у вас сразу же остановится поток мыслей. То есть ваш разум возьмет эту команду в работу. Потом, конечно, поток мыслей вновь возобновится. Но вот немножко выдержки и терпения, и вот эта задача, то есть решение этой задачи, вам предоставят вот словно на блюдечке. То есть вот так как бы выкатит. То есть разум найдет одно или несколько решений вот этой вашей задачи. Самое главное, конечно, не бояться исполнять эти решения. И вот поступая так всегда, вот вы выработаете очень мощный, ну скажем так, механизм, очень эффективный вернее, который поможет вам преобразить все ваши жизненные сферы. Еще, друзья, вот очень сильно мешают, тут бывают, это, ну, так называемые стрессы, невроз, бессонница. Вот тоже есть одно очень хорошее слово, такая мантра даже, можно сказать, которая поможет избавиться вот от этих проблем. Обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот там все подробности. Благодарю вас.